Хотите буквально за одну минуту понять, каким будет мужчина в отношениях, в том числе и в постели? Наука кинезика утверждает, это вполне возможно. Достаточно обратить внимание на его походку. Соответствует ли эта теория действительности и можно ли ей доверять? Попробуем разобраться с моими очаровательными подругами. Ольга Сумская, Татьяна Литвинова, Лилия Ребрик и Ольга Волкова. Встречайте, пожалуйста. И, как видите, рядом с Оленькой есть еще одно место на диване. Мы ждем Марину Шевченко, которая обещала приехать, но застряла в пробках. Обычное дело для Киева. А вот то, что утверждает наука кинезика, это необычно. Кинезика рассматривает взаимосвязь характера человека с его движениями. Можно посмотреть на походку и сразу все о человеке понять. Существует 5 типов походки, которые наука сравнивает с движениями животных. А вы помните эту песню, да? Я милого узнаю по походке. А вот так и крутится на языке. Походку, девочки, согласитесь, можно даже влюбиться. Почему вы не соглашаетесь? Так. Я, наоборот, очень скептически настроена, потому что, мне кажется, это зависит от ситуации. Куда ты идешь, на работу, либо спешишь на свидание. Но они же сами о себе не скажут, да? Или скажут, но приврут. Да, нам есть что обсудить. Я пригласила вас и решила не только порасспросить и обсудить, но и устроить вам сюрприз. Дело в том, что мы подсняли походку ваших любимых. Действительно сюрприз. Так что, если вы готовы, я предлагаю начать. Смотрим. Первый пошел. Итак, походка. Демонстрационная, важная. Шагает неспешно, даже гордо. Спина у него прямая, даже слегка откинута назад. Ноги выпрямляет до конца и даже, знаете, как будто так выбрасывает. Сперва давайте определимся, с каким животным может ассоциироваться эта походка. Идиот, наслаждаясь собой. Вот это вот, немножко вальяжное, да, чуть выбрасывая ногу. Грудь вперед. Что-то птичье есть, однозначно. Мне кажется, павлины так ходят. Ну, я вас поздравляю, вы определили совершенно точно этот тип походки. Павлин. У нас есть татуэтка для каждого типа походки. И если вы узнаете своего мужчину и не ошибетесь, вам эта статуэтка достанется в качестве приза. Так что можно сказать, что у нас стартовал конкурс «А я милого узнаю по походке». Встречаем павлина. Красавец. Не правда ли? Это просто прекрасно. Я бы хотела сейчас вам просто зачитать выдержку из характеристики, которую кинезика дает мужчинам с походкой типа павлин. Эти мужчины зачастую нарциссы. В отношениях часто ставят свои интересы на первое место. Будьте готовы тянуть практически всю бытовую сторону жизни самостоятельно, так как не царское это дело. Но при правильном подходе, а это в первую очередь чисто женская хитрость и терпение, павлина можно приучить и посуду мыть, и убирать. При этом он будет прекрасным добытчиком. Павлину важно быть в хорошей физической форме, чтобы женщина это оценила и сказала ему об этом. Желательно много раз. Может быть зациклен на своем внешнем виде и заниматься самолюбованием в процессе занятия любовью. Вывешивая зеркало возле кровати. Ой. В постели этот мужчина изобретателен, но не ради партнерши, а для репутации, чтобы говорили, какой он потрясающий любовник. Это просто моя биография. Зеркала. А зеркала? Ты как-то меня взбудоражила, Надюшенька. Девочки, Николай и Эктор, они точно так же ходят. И, по-моему, очень даже подходят под эти описания. Смогла-таки отомстить за все, что они там с ней делают? Какие настоящие павлины. И представляешь, сейчас же миллионы женщин в этой стране думали, а какой же Эктор и Коля в постели? А теперь они могут себе это представлять. А между прочим, Коля и Эктор, да, типичные павлины. Все в зеркалах, в зеркалах. И в каждом мужчине есть что-то павлинье, ну согласитесь. И даже в Андрюше, Лиль. Да? Да, да. А что ты сидишь скромничаешь? А ну-ка рассказывай, есть зеркала у тебя? Значит так, зеркала у меня дома нет. Признаюсь, есть у меня трюмо. Иногда, признаюсь, туда заглядываем. И это бодрит, девочки, я всем советую. Но я тебя услышала. Мне понравилась формулировка, что это бодрит. Мой коханый не любит быт, но вот эта вот походка, его тень, это просто как сон какой-то, эротический сон, да. Ольги Сумской. Все сошлось. Годы жизни и годы опыта подсказывают, что все-таки можно приручить такого павлина. Итак, ставки сделаны. Нам остается проверить, верны ли догадки Ольги. Неужели это Виталий Борисюк? Мы поздравляем Оленьку. Боже, я угадала. Поздравляем. Спасибо. С павлином. Ура. А мы тем временем переходим ко второму типу походки.
Внимание на экран. Это легкая, немного горцующая походка. Руки и ноги всегда двигаются синхронно, ноги пружинят. Такая походка выглядит крайне грациозно и эффектно. Как вы думаете? Кто же это? Даже я узнала. С каким животным может ассоциироваться эта походка? Что-то кошачье такое есть, да? Да. Нет, Оль, тебе что напомнило? Но такой молодой, горцующий жеребчик. Да. Жеребец! 100% попадание, и давай, я прошу. Да? Да? Жеребец! Лошадку встречаем. Спасибо большое. Красиво. Ну, а теперь налетай, девчонки, как говорится. Чей мужичок-то? Да мой. И ты знаешь, ты даже так, чтобы больше никто не посягал. Мой, все. Каков этот мужчина? Личка, вот послушай. Согласно кинесике, мужчины с таким типом походки отличаются легкомысленным и чересчур романтичным характером. Крайне эмоциональны и совсем этого не стыдятся. Они любят шумные компании, путешествия, жить на широкую ногу. Так что вы должны быть готовы контролировать его растраты. Что касается секса. Очень хороший любовник. Это просто фейерверк, который жаждет разнообразия и абсолютно свободен от комплексов. Он непостоянен и часто меняет партнерш. Но вот если нашел свою избранницу, то способен на предельную верность. Все точно. Правда, очень романтичный. Не знаю, насчет легкомысленности, мне кажется, это больше такая легкость. Признаю, что в плане растрат, вот обычно женщина, да? Да. А у нас нет. Так и он, да? У нас Андрей вот готов все вот для нас. Ну для тебя же, Лилечка. Ну да, для меня, для Дианки. Я как-то всегда, так, нет, ну давай подумаем. Нет, вот мы живем сегодня и сейчас. У кого-то есть еще знакомый жеребец? Ну, в смысле, мужчина с такими качествами. Что ж, признается тебе. Нет, наверное, танцорам, в принципе, присуща такая горцуют. Походка. Влад, конечно же, но потом кто? Костя Томильченко, у него тоже такая вот жеребцовая походка. Горцующая, да, жеребец. И надо фейерверки в постели. Повнимательнее присмотреться к танцорам, друзья. Хорошая походка. Однозначно, это Андрей. Да, вот только, причем начали показывать, да, вот еще стопы, я уже поняла, мой. Точно, я милого узнаю по походке. Это доказывает, что любящие женщины тут сразу своего мужчину по большому пальцу ноги могут определить. Ну давайте, а вдруг это не он, вдруг это не Андрей? Да это, конечно же. Это Андрей. Это просто Андрей. Лилечка, жеребец твой. Кстати, Танюшечка, дай мне моего павлина. Я уже соскучилась. Я уже без него не могу. У нас еще три типа мужской походки, соответственно, три типа мужского поведения, характера, в том числе и в самые интимные моменты. Я напоминаю, что мы ждем Марину, а мы пока отдохнем по чашечке кофе и продолжим. Прекрасно. С удовольствием. Нескафе Классик. Глоток бодрости с утра. Мне очень нравится еще, что мы так сразу выбираем хорошие черты, которые помогают мужчинам еще лучше себя проявить, а не пытаемся. Фу, павлин, жеребец в отрицательном ключе, умнички. Ну что, давайте продолжим. У нас еще три типа мужчин. Так, смотрим. Это решительный человек. Во время ходьбы ставит ноги твердо, даже тяжеловато. Шаги средние, неслышные, немного в развалку. Руки согнуты в локтях и чуть-чуть расставлены. Какие у вас ассоциации? Девочки, ушел в туман мой мужчина, я его называю гризли. Я не знаю, правильно ли это, нет, но он мишка. Да, действительно, его такая походка действительно достаточно уверенная, какая-то тяжелая, но я уверена, что это он. Ура! Вообще, вот взяла и все сказала. А ведь действительно, это медведь. Мишка мой, молодец. Похож на мишку. Несите медведа. Благодарю. Какой же он красивый. Он как будто агрессивный. У меня мишка хороший. Это энергичный. Он мчит к тебе, да. Супер. Что говорят ученые? Оленька, мужчина, медведь не агрессивный, с линцой, стремится к стабильности, четкости и понятности. С ним как за каменной стеной. Но вместе с тем он очень тяжело идет на что-то новое. Будет 10 лет не делать ремонт, потому что так уже привык. Любимое место обитания – диван напротив телевизора. Этот тип мужчин во всем долго раскачивается. Это касается и занятий любовью. Но уж если старт взят, то их не остановить долгое время. Идеальным толчком для старта будет футбольный или хоккейный матч, во время которых медведь сильно возбужден. Ну, мне кажется, что за 15 лет я уже знаю, какие моменты, когда надо подходить, брать чтобы тепленьким. Брать тепленьким. Совпадает?
Ты знаешь, да, девчонки правильно говорят, что нельзя сказать, что стопроцентное попадание для каждого мужчины этого типажа, но основные моменты, да. Действительно, любит полениться. Мне кажется, что это компенсация очень активной его работы. На работе он настолько сильно выкладывается, что дома он любит немножко полентянчить, есть такое. По поводу того, что он делает все очень ответственно и на совесть, вот это, по-моему, супер, что касается вот постельных вариантов. Он не красуется, он не любит что-то такое, возможно, невероятное. Но это всегда так с толком, с чувством, с расстановкой. Остановить просто невозможно. И уже думаешь, ну уже, наверное, надо заканчивать. У меня такое ощущение, что ты сейчас поцелуешь этого медведя. Иди сюда, мой красавчик. Все так ему рассказывала. А я вот вспомнила еще одного человека, нашего красавца Узелкова, да, Слава? Mm-hmm. Ну ведь похож на медведя, да? В развалку и уверенно. Да-да-да, абсолютно. Медведь. Даже когда он носит какой-то элегантный костюм или идет по красной дорожке, он все равно ходит вот так вот, как медведь-гризли. Ну это так по-мужски, правда? Да. А представляете, это, если это не Леша Волков? Ой-ой-ой. Давайте посмотрим. Отлично, как всегда. Ура! Да. Стопроцентное попадание. Оль. Слушайте, ну с вами скучно играть, вы все время побеждаете. Танюша волнуется, она думает, что за зверушку покажут вместо Ярослава. Мариночки пока нет. Если мы увидим походку ее мужа Леши, то, конечно, мы сможем обсудить и без нее, мы же девочки. Почему бы и нет? Внимание на экран. Походка быстрая, слегка подпрыгивающая и неравномерная. Руки и ноги как на шарнирах. Мое, девочки. Точно? Это мое. Счастье, Танюша. Мое родное такое. Я же даже увидела, он только начал идти, первый шаг сделал. Кривулечки мои. Тоже нравятся кривулечки, да? Ножки чуток, да? Мне тоже нравится. А что делать, если достались кривулечки? Это же прекрасно. Кавалерийская гвардия, да? Девочки. Ну, да они такие элегантные, чуть-чуть. И как вы думаете, с каким животным, раз уж мы сегодня так сравниваем, можно сравнить эту походку? Ну, честно, влюблена по уши, поэтому не могу понять, на какое животное он мне похож. Девочки, давайте мы. Танюша не объективна, ей кажется, что это ее мужчина. Ну, как на шарнирах, идет, все дергается. Ну, энергично, но кто бы это... Ну, он не страус. Нет, он не страус. А может быть, от обезьяны что-то? Вот, от орангутанга, что-то? Да, кинг-конга, кстати. Это просто гениально! Да ты что? Конечно, капуцин. Вот, ну, вот обезьянка. Актерская фантазия. Бросим! Ну надо же, обезьяна! Конечно. Смотри-ка. Ох, девочки, это наш год, мой милый. Орангутан. Ну что, Танюш? Рассказывай нам про обезьяну. Да, я сейчас все вам расскажу. Как правило, очень веселые, незакомплексованные мужчины. Настоящие жизнелюбы и оптимисты. Вечные мальчишки, обожают розыгрыши, смешные подначки. Способны любую ситуацию перевести в шутку. В быту этот человек без слов вас поймет и поддержит. Поможет что-то сделать. Веселый затейник в постели. Но это разряд мужчин, секс с которыми становится лучше со временем, когда он узнает вас и сможет раскрыться. Действительно, мой тип заслуживает внимания. У него действительно очень легкий характер. И все мои предложения, начинания какие-то довольно легко он принимает. И это чувство юмора, его легкость по жизни, она, конечно, окрыляет. Нам очень легко вместе и комфортно, потому что человек, у которого хорошее чувство юмора, он, как правило, очень умен. Это помогает не наступать на какие-то грабли. Ну, давайте же посмотрим. Еще одно попадание. И статуэтка не зря уже у Танюши в руках, вот как уцепилась. Моё. Получается, интриги-то никакой нет, потому что есть еще один тип походки, еще один мужчина и еще одна женщина, отсутствующая, правда, Марина Шевченко. Но поскольку мы хотим уже довести до конца это дело и выяснить, совпадает ли описание по кинесике, то есть характера человека по походке, с тем, что мы видим в жизни, давайте смотреть. А давай. Пятый тип. Ходит широкими, часто размашистыми и твердыми уверенными шагами. Моментально переходит в очень быстрый темп. Они просто не могут ходить медленно. Как вы думаете, с каким животным можно сравнить этот тип мужчины? Я бы с собакой сравнила. Волк. Что-то все-таки кошачье такое вот вальяжное есть в этой походке. И да, это мужчина-лев. Принесите нам, пожалуйста, льва. Благодарю. Тоже очень интересный типаж. Лев – мечта каждой женщины.
Передайте, пожалуйста, там, где Марина могла бы сидеть. Передайте в Прайд. Будьте любезны. Охраняйте. Здесь все настолько очевидно, кажется, что интриги нет, но на самом деле нас больше всего интересует, совпадает ли описание с характером этого мужчины. Муж Марины работает режиссером на телеканале СТБ, я его прекрасно знаю, мы вместе работали над одним проектом, и действительно, у Леши вот такая походка. Он хотя небольшого, невысокого роста, но кошачья грация присутствует. Конечно, обо всех остальных, особенно интимных моментах, девочки, я судить не могу. К счастью, иначе Марина бы не была моей подругой. Может быть, у вас есть среди знакомых вот такой типаж? Кто так ходит? Я вспомнила Гришу Решетника. Точно, Гриша Решетник так ходит. И, кстати, у них такие романтичные отношения с супругой. Она счастлива. Вот они всегда смотрят друг на друга, не отрываясь. И, видимо, Гришка и в постели хорош. Ну-ка, почитайте нам. А вот интересно. Мужчина-лев. Добытчик с качествами лидера, горячая натура, умеет быстро принимать решения, вспыльчив и не сдержан, не терпит возражений. Вам трудно придется в быту, у самого душа к работе у него не лежит, но вот покритиковать чужую – это святое дело. Но его легко приручить, если кормить регулярно отбивными, хвалить и гладить по шерсти. В постели мужчина-лев – настоящий зверь, но есть риск, что в сексе он может быть так же быстр, как и в ходьбе. Не уделяя времени романтической подготовке и прелюдии, он очень страстен и активен. Я сразу вспомнила эти на каналах географических, когда лев. До свидания. Зато он ухаживает как, да, понимаешь? Вот этот конфетно-букетный период с львицей, он же обхаживает ее, да, девочки, несколько дней. И еще, как правило, в прайде один лев и много львиц, да, между прочим. Жалко, давайте что Марины об этом нет. Да, но обычно львицы все делают и добывают еду, а мужчина чисто вот как-то час в день, красавец, доминирую, и все. Ну, кстати, и все львицы ему угождают. О, наконец-то! Здравствуй. Так, я поняла, тебе место. Ты не в пробке застряла, ты на этих туфлях не могла дойти. Да точно, девочки, шла пешком. Марина. Смотри, там уже вот Оля хочешь, не поглаживает. Ничего себе. Мы смотрим типы мужских походок, пытаемся определить, чей это мужчина, а потом сравниваем с описанием согласно кинесике. Есть описание походки твоего мужа. Нас интересует быт, характер и в постели поведение. Кстати, интересно, да? То есть мы описание отдельно полностью, и теперь твое мнение и сопоставим. Какой же он, твой супруг-то, а? Что ты застеснялась? Мы тут все в догадках. Страстный. Зверь это точно. Не был бы он зверь, не был бы он моим мужем, да? Да. Так, в быту, ну мне очень легко с ним в быту. А тут еще насчет критики, что он очень любит критиковать мужчина с такой походкой. Ой, это точно, это больная тема. Вин везде все на 5 копеек. А телевизор с ним смотреть вообще невозможно, потому что и профессия, Надюш, понимаешь, да? Так, там не то сняли, там еще что. Насчет критики это да. Я кажу, Леша, ну нуды. Все, я все поняла, тема закрыта. В принципе, нам остается только сопоставить все факты и описание, и то, что мы видели, и то, что рассказала Марина. Сойдется ли это все в одном мужчине? Прошу смотреть. Так я вообще вовремя приехала, да, оказывается? Еле успела. Точно, он. Бубочка моя. В принципе, мы знали это совершенно точно, но просто хотелось, чтобы Мариночка увидела своего любимого. Я и не думала, когда готовила к сегодняшней встрече, что походка может так много рассказать о мужчине. И еще меня так порадовало, что вы не просто любите, а очень хорошо знаете своих драгоценных. Это было гениально. Спасибо вам огромное! Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй свои комментарии и делись им со своими друзьями и близкими людьми. А также подписывайся на наш канал, и ты будешь в курсе всего самого нового и интересного первым.